Facebook будет платить Великобритании налоги. В апреле вступают в силу радикальные изменения в правилах налогообложения транснациональных корпораций. Так, компании, которые прибегают к методам искусственного вывода доходов из страны, британские власти будут облагать корпоративным налогом по повышенной ставке – 25%. До сих пор крупнейшая в мире социальная сеть оформляла сделки с ключевыми британскими рекламодателями через Ирландию и там же платила налоги. А в этой стране ставка корпоративного налога 12,5% против 20% в Британии. Сколько именно зарабатывает Facebook Великобритании, неизвестно, хотя этот рынок второй по значимости после США. Тут на долю приходится менее 10% от общего оборота, иначе Facebook пришлось бы раскрыть данные.